друзья, привет! Едем в гараж. Вот, значит, но у нас сегодня с вами не совсем обычный выпуск будет. Один мой товарищ попросил меня предоставить ему гараж для того, чтобы сделать на своем бусе аэрографию. Вот, ну, это знакомый из нашего там сообщества бусоводческого. Вот. Ну и я подумал, раз уж это все будет происходить в нашем гараже, значит, надо все это дело снять и вам показать. Вот, в принципе, каких-то там супер технических особенностей, подробностей рассказывать не будет. Это на самом деле наоборот такой максимально бюджетный вариант тюнинга, или как это назвать. Наверное, тюнинг типа, да, внешний стайлинг. Вот. За совсем смешные деньги, 5-10 тысяч вместе с работой и материалами. То есть вот лайфхак такой, как за 5-10 тысяч сделать в вашей тачке что-то интересное. Вот. Ну, в общем, сейчас чуть позже встречаемся с Игорем. Это вот мой товарищ, который, чей бус мы будем раскрашивать сегодня. Ну и двигаем в гараж, начинаем готовить машину. Ну, подготовка будет такая простецкая, то есть просто замотуем то, что есть. Вот машина совсем идеально ровная, конечно. Вот, ну, тут хозяин барин, скажем так. Вот, так что погнали смотреть. Примерно вот так выглядит наша поездка в гараж. Кумар. Кальян, да, кальян тут у нас. На самом деле у нас выдало датчик температуры или как? А, нет, это по уровню, да, охлаждающей жидкости. Вот. И, короче говоря, вот мы едем вот так вот парящим, знаете, чтобы добраться до гаража. Так происходит сборка. Пушки новые наши. А что там, откручена ручка только что была, да? Ну да. Они сэкономили на коробке, чтобы высокую не было. Так, вот в общем у нас такой баллон с пропаном уже заправленный. И сейчас все это дело подключим. Посмотрим, как будет греть. Короче, как-то так вот выглядит все это дело. Достаточно шумно. Не знаю, может быть на маленьких оборотах будет тише. Сейчас пока прогреем. Нашего буса сейчас выгоняем и загоняем виновника. А как будем действовать? Так, ну что, вот такой у нас сегодня в гостях в нашем гараже автобус. Это третий. Значит, давай, Игорь, расскажи, что планируем делать. Ну, в принципе, наверное, по боковине уже понятно. Примерно. Готовится покраски машины. Да. Будет очень весело раскрашено. Ну, не просто покраска, да. Угу. Да, не одноцветная 100% будет. Вот. Сейчас надо замотовать. Вечером приедет художник и все это сделает. Угу. Давай посмотрим на процесс. Про этот, про прибор, про твой, чем ты делаешь? Я вообще специальная, не знаю, что... шлифовальная машинка, я так понимаю. Ну да. То есть она не просто как болгарка, да, она вращается? Она вибрирует скорее. Она туда-сюда как бы, да, так Так, ну что, на этой прекрасной ноте мы оставляем Игоря одного в гараже. Он домотует сам до конца уже бус. И чуть позже приедет художник. Я его попросил, чтобы он поснимал процесс, ну и результат, соответственно. Так что смотрим, что получится. Go, go, go.
It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. Go, go, earworm. Go, go, earworm. A song, I'm back again. Cause I wanna track again. Let the party begin. Sure to turn around, bring it back again. Whoa, you ain't gotta be scared. Leggings on the meanest skirt. She not an introvert. She here to get loose, get drunk and flirt. Ha, holla with your ball in the back. For the back attack, getting those on your back. Got a back to back and it's all full of straps. We going back to back all night till we rank out. Passion, precise, action. I'm pretty nice. Let a track back. Earworm, go, go, earworm.